На канале ТВ3 продолжается премьерный показ детективного мистического сериала «Швабра», и уже известно, чем закончится эта история. Как же будет разворачиваться сюжет по сериям? Седьмая серия. Анну задержат и предъявят обвинение, что это она взломала секретную государственную систему. Швабрина действительно пыталась найти код, при помощи которого можно было бы взломать что угодно. Ей пришлось заняться этим, чтобы спасти сына Николая Вершинина от похитителей. Но опасность миновала, а Анна не бросила свое занятие. Она продолжила работать над решением интересной задачи. Заключительная восьмая серия. За Анной следят. Теперь по ее следу идут не только спецслужбы, но и друзья. Генерал Сосновский дает Диме задание узнать, на кого работает учительница, и следователь не может отказать будущему тестю. Тем более, что у самого Димы тоже появились сомнения насчет гениальной математички. Премьера заключительных серий состоится 15 апреля на канале ТВ3. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.